В Венесуэле при обрушении открытой шахты погибли как минимум 15 человек. Еще 11 получили ранения. ЧП произошло в штате Боливар. Ширина обрушения грунта составила 100 метров, а глубина 35. К поисково-спасательным работам привлекли 2 вертолета. На месте также находятся врачи и судмедэксперты. Известно, что открытый рудник Булья-Лока работал нелегально. На юге Венесуэлы более 3000 таких незаконных объектов и сеть путей, которые используют для сбыта на черном рынке золота и торговли наркотиками. Я благодарю Бога, что остался жив. Я был там и молился, молился. Я видел, как мои товарищи рядом погибали. Я счастлив, что сейчас я здесь.